Здравствуйте. Сегодня мы с вами сыграем в игру выживалку. Называется A New Frontier. Я даже эту хуйню не выговорю. Ну да ладно. Я нажал запустить игру, она у меня зависла и начала загружаться. Это выживалка на Диком Западе. Бесплатная в Стиме. Так что, если кому понравится или не понравится, заходите, попробуйте поиграть. Такие вот дела. Рассказывайте, как у вас дела, как настроение, как семья, как дети. Просто 27% загрузилось, я еще могу болтать сколько угодно. Правда, я не хочу болтать сколько угодно. Грузи быстрее, пожалуйста. Смотрите, какой мужичок. Прям в голову. Дождик. Мы тут все будем на Диком Западе, что ли? А если я не хочу никого убивать, вдруг я мирный? Я буду кричать, что я френдли всем. А может, не буду. Ну, 50% загрузилось. Осталось совсем чуть-чуть. Кстати, совсем скоро, наверное, уйду на небольшой перерыв. Примерно на полмесяца. Да. Надо все-таки отдохнуть. Видосы вы не смотрите, лайки не ставите. Всем это нахрен никому не надо, кроме меня. Поэтому я, наверное, отдохну. От всего. От компа, от людей, от жизни. Просто буду спать. Спать и ничего не делать. Наконец-то, мне уже надоело болтать. Бла-бла-бла. Я готов. Air balloon with bla-бла-бла-бла-бла-бла. Так. Мне нужно вон. Куда мне нужно-то? Meet and greet. Окей, я сначала пойду. Your level 8. Далее 8 уровень. Я еще не успел дойти между 8 уровень, да. Здравствуйте, мужчина. Не буду с вами разговаривать. Бегу квестики делаю. Твою мать. Такая интересная навигация, что я даже не понял, куда мне идти. Блять. Visit all vendors and vein bank. Может, мне с ним все-таки поговорить? А то он каким-то желтеньким светится. Алло. Он мне хочет что-то дать, что-то там на что-то поменять, да? Нет, не хочу, иди в жопу. Все, я пошел вот в это здание. Ой, я могу драться? Алло. О, рыбка. Все продано. У меня сколько денег-то? Beat meat. Уж я ей захочу, правда? О, у меня $500. Нормально. И я рыбку возьму. Че нет? Пожарим потом. Так, куда еще мне идти? Ну, хотел рассказать, вы пробовали играть в эту игру? Понравилось ли вам? Долго ли вам хватило в нее играть? Просто я предполагаю, что некоторые люди... Быстро очень надоело играть. Алло. Чё здесь? О. Ой. Прошу прощения. Куплю я себе бандажей побольше. Спасибо. Спасибо, мужчина. Тут карта есть, интересно? О, есть. Радует, что для таких лохов, как есть карта. Не радует, что так много бегать. А еще не радует, что здесь нет людей. А что если здесь вообще нигде людей нет? Пистолетик. О, какие патроны-то хоть у него? Магазин и 6 патрон. Револьвер. Эквалайзер. Блять, какие патроны-то брать ему? Хуй знает.
Допустим, у меня есть пистолет и 200 патронов. Опа-на. Смотрите, какие анимации, да? Нормально. Джей, Джонни, ты готов сдохнуть? Оп. А если два выстрелю? Два раза выстрел. Два поменяет. Раз. Да. Нормально, нормально. Ладно. Здрасте. Ебать, это походу квестики тут еще дают, да? Ну ладно, дальше. Что-то еще квест надо выполнять какие-то. Здрасте. Крафтинг фабрика. Фабрика по крафту. Мне нужно травки набрать. Карта какая-то есть. Вот. А у него ничего нету. Ладно, я побежал дальше. Ту-т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 у. Че, музыка-то будет какая-нибудь? Или я сам петь должен? Здрасте. А баночки? А... Бай. Давайте априкот. И вот это возьмем. Сахар. Это ощущение, как будто я лошадь должен этим кормить. Хотя, вдруг я сам сахар буду есть. Здрасте, мужчина. Уф. Что надо с этим делать? Хуйню купил, короче, ладно. Я еще даже не знаю, что я купил, но что-то купил. Optane Hunter's Knife. Open Inventory. Inventory. Open. Ой, я конечно позвал случайно. Hunt deers. Дичь в жопу. Мне инвентарь надо открыть. Это мапа, это карта. Всех нормальных людей инвентарь открывается на Е. Hunter's knife. Hunter's knife. Дай мне открою этот. Скорее всего, а вдруг здесь надо купить? Батчер. Батч says meet me. Понял. Блять. Да мне скакать-то надо. Прямо налево. И ого. Здесь налево. Проскакал. Что, город какой-то мертвый, мне кажется. Кстати, вот я не знаю, как другим. Мне игра нравится, но город. Hunter's knife. Мне knife нужен. У тебя есть книфе Hunters? Блять, у меня есть. Dick knife. Knife. Hunter's knife. Нету, блять, никакого ножа, блять. А где я должен нож это взять? М? Может быть, у Реги? Пойдемте к Реге, у нее что-то горит. Хоть, может, задание какое-нибудь даст. Ксепт. Good stomach biters. Блять. О, какашки. Как у шуванки, смотрите, какие маленькие. Pipe hard shit. Да. Ладно, скачем. То вот здесь тут уже настроил, я так понимаю, да?
Давайте побегаем по миру. Я хочу просто поскакать. Карта огромная. Ебал, тримал. Так карту наворотили. Так, здесь у нас что-то растет. Да, здесь у нас. Кто-то что-то строить даже начал. И здесь строят. Какие молодцы ребята, вот видите, строят, стараются. Жалко, что не на русском. Так бы я бы хотя бы половину понимал, что написано. Так, давайте посмотрим, что можно делать. Следим с этой хуйни. П. Select land. Lot to start building. Здесь. Видимо, здесь нигде нельзя ничего построено. Животных никаких нет. Ой, хуйня ебаная. Квестики поделал, короче, и на этом закончилось все. О, на escape, кажется, можно открывать, прикиньте. Такой килл, 15, Убей 15 оленей. Нормально. 15 оленей должно быть. О, у меня 9 заданий. Что такое? Что такое? Change to win. Это шанс выиграть в говне всяком. Тихо двигаться, reduced, бла-бла-бла. Increase horse stamina. О, вот это идеально, мне кажется. Тут выучил одно равно. Ага, отлично. Это можно учить? Не, нельзя. Давайте тогда еще коня выучим. Коня на единичку и вот это еще разочек. И вот что такое, я могу сажать всякое говно теперь. Прекрасно. Вот это я тоже выучу. Это ага. Так, у меня уже не хватает чего-то, да? Ты тоже выучу. Ладно, допустим, мы с вами выучили всякую хрень. О, господи. Я должен убивать оленей. Осталось самое важное, найти оленя. Так. Ищем оленя. Олени. Чем могу сделать интересно вот с этим? Все, ничего не могу делать. О, камни. Видимо, кирка нужна не для, о, для этого. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Че, мне что-нибудь дали? О. Нормально. Теперь у меня есть много камней. Отлично. Давай шестерочку. Опа. А что я купил? Goldstream. Давайте куда-нибудь засунем ее. Нормально. Все нормально, в принципе. Все прекрасно. Осталось понять, что с этой ерундой делать, да? Непонятно лишь одно. Где олени? Так. Ну ладно, в общем, вы сами увидели, насколько это уебанский закрытый мир.
где никого нету, людей вообще не встретили ни одного человека. Конечно, скажу так, что идея прекрасна и интересна. Нет, это не олень. Идея прекрасна и интересна, но вот реализация... Ну, наверное, они только в открытом... Только открылись, наверное. Все будет развиваться и улучшаться, я надеюсь. Да? Ну ладно, в общем. На этом я закончу. Если я что-нибудь интересное еще найду, я обязательно сниму. Так, в принципе, как видите, деревья, кусты, животных нет, оленей нет. Stone Creek. Ну, короче, вы все сами поняли. Ладно, всем спасибо, всем до свидания, всем пока, все молодцы, пока.